Вот таковой мотор от установки алмазного бурения. 1600 ватт. 7,5 ампер. Пометить надо. И разбирать, и победить. Ирония судьбы. Буквально вчера домотал. Точно такой же, правда, говорят, это 2,2 киловатта. Тут написано 1,6. Но бывает у них тут. Вот это вот вроде как дата изготовления. Если тут ничего нету, то это одно. И вот тут 10.06, номер 6. То это вроде как что-то другое. Но сейчас будем тщательно снимать вот эту схему. Вообще надо поглядеть, живой может быть. Маловероятно. Это ничего не кажет. У этого схема чересчур мудреная. Потом покажу. Но сейчас надо выяснить, что с этим. Есть еще один метод. Надеюсь, видно. Стрелка не бликует. Бликует. Но верьте на слово. Вот так вот имитирую щетки. Вот показывает почти ноль. Чуть-чуть сместили. Побольше. Еще чуть-чуть провернули. Опять в ноль. А, ноль теперь. Ну, короче говоря, сопротивление изменяется от 1 Ома до полу Ома. А должно быть одинаково. Вот для примера этот. Сейчас будет показывать одно и то же значение. А тут где-то не внутри секции или части секции замыкания, а с секции на секцию. Вот чуть-чуть изоляцию сняли. Начинаем искать де-минимум сопротивления. Вот сюда. На девятую, если отсюда считать. Раз, два, три, девять. Вот отсюда мы сюда смотрим. С двумя отводами здесь. Секция. В самом конце намотано вот это вот. 9, 10. Так. Щетки, потому что стоят почти над катушками. Вот тут отсюда хорошо видно. Над катушками щетки стоят. Ну, сейчас попробуем
все-таки подтвердить эту схему. Потому что это однозначно видно, что это намотано на заводе. А это было перемотано, знаю эти контору, которую тут пробуют делать, ну, под, вот, под фирму. Поднял. Единственное, что тут первое, нужно сдвинуть на пол ламели. Не паз не против ламели, а между ламелями паз сдвинуть сюда больше. Но это не принципиально. Может получше, может похуже, но... Это оригинал, а это уже перемотано было. Так, теперь будем поглядеть, куда будет звониться на 10. Ну, оригинал и намотан, 0,50, 3,5. Я мотал 0,56, а у этой было 0,5. Ну, вот, товарищи, иметь экономит и ловчат, вроде и мотать легче, чтобы покрутил нас месяц и сдох. Как было это намотано. Вот такие. Звонится сюда на 10. Тут коллектор с прорезем между ламелей, а тут был без. Тут коллектор меняли, кто мотал до меня. Так, теперь все-таки надо убедиться, левее или правее, как тут левее или правее остальные вывода этой секции. Тут видно вот эти вот части секции. Можно прямо подлезть. Так, ни одна не звонится. Отсюда с этой стороны не звонится. И отсюда с этой стороны не звонится. Но звонится вот отсюда. Правее. Сразу правее за 9-10. Сразу правее. Минимальное сопротивление. Вот здесь, в этом месте. Значит, с этого паза уже подпирает. И отсюда тоже не звонится. Это бывает, когда там все к чертовой матери повыгорало внутри, в самом начале. В всяком случае, та звонилась вот так. Ну... Если у нас есть готовое, не пропитанное. Надо бы ее тогда пропитать, все приготовить, поставить сюда и посмотреть, как она себя поведет. Если все нормально, то и эту также мотать. А то что-то она как-то звонится нехорошо. И схема. Но тут щетки стоят над катушками. Тут, да, она должна быть так. Вот тут записать. Щетки над катушками. Готовим смолу. Пропитываем одну сторону. Потом через несколько минут, пока не остыло, ту сторону возле коллектора. Ну, крюк. Вот он пошел сюда, сделал обороты, пошел сюда. Вот он пошел сюда, на дальний паз. Теперь отсюда звонится вот сюда. Вот эта схема. Диаметр 0,38. Витки потом. Зажали, срезали торцы. Не пропитано, все сразу рассыпалось. Снимаем. Тупым гвоздем. Выбиваем провод и считаем, сколько там. По 15. Всего в пазу было 30. Так, ну этот прожарили, сейчас будем протачивать.
балансировать и пробовать. Тут ставить. В центре выставили, тут в подшипнике. Ну, более-менее. Теперь надо между ламинами. Повернули чуть-чуть. Проверили. Стружка. Стружки не должно быть между ламинами. Поставили турбинку. Сейчас сдерну подшипник. Буду балансировать, пробовать. Собрали. Набалансировали. Датчики индуктивные. Магниты в них. Больше болтает, больше синусоиды. Китайский простенький осциллограф. Как специально для этого сделан. Дешевенький. Правый переключатель. Это ничего не включено. Это вода через переключатель. Правая. На правая почти хорошо. А левая. А левая не годится. Возле коллектора тут лишнего где-то. Дисбаланс. Использую магнит. Ну, скорее всего, вот тут вот. Опять китайские хорошие. Своего-то ни хера нет. Трусы и те, блядь. Батька прислал. Довели, блядь, страну. Черти рогатые, блядь, хазарские. Это вроде как больше, что ли. Попробуем сюда еще все-таки. Да не меняет. Да нет, парень, вот тут вот насверлили. Кто-то уже... Его перематывали. И однобоко мотали. Даже мотать толком не умеют. Ну, почти идеально. Это я рукой поболтал. Так, это левая, возле коллектора. Переключили на правую. Вот на правый, переключили на правую, возле этой, как ее, крыльчатки. А это возле этой, коллектора. 1-2 милливольта. И что я больше делать не буду, хватит этого. Бош ставишь новый, хуже, чем это. Новый бош ставишь, они там даже так не балансируют. Короче, надо с противоположного вот тут вот выбирать. И потом без магнита. Вот тут лишнее. Сейчас магниты стоят. А выбирать надо противоположное. Вот тут надо выбирать. Вот. Нужно две ручки магнита включены. Правая, левая. 35-40 герц колебаний. Я же говорю, Бош делает хуже. Этот якорь у нас с Иркутска. Это вот его все. Мы его сейчас соберем. И поставим вот в эту хрень. А эта хрень прислана, по-моему, откуда-то
с Подмосковья, что ли. Но мы попробуем, потому что вот она, этот якорек отсюда. Мы убедимся, правильно ли мы сняли схему. Тут погорело все. Не очень хорошо видно эту схему. А тут мотали. Провод тоньше однозначно поставили. Но это лишь бы саму схему не соврали. Ну, короче, сейчас соберем, включим и посмотрим. Якорек. Коллектор, вернее, довольно плотно тут сидит. Родной поменьше. Сейчас попробуем собрать и эту крышку. Смотри, не крутится свободно. Плоскогубцами. Крутится, что-то трёт. Там трёт. Трёт. Вот этими местами коллектора, где заделаны вода обмоток. Трёт вот по этой вот штуке. Разбирать, смотреть. Чуть-чуть эти нужно. Правда? Напильничка да. Отправить. Вот, видно. Вот. С той стороны. Такая же риска. Точно такая же риска. Тут нужно чуть-чуть. Вот она. Чуть-чуть. Подправить. Тут сейчас бесполезно этим заниматься. Остреньким кончиком ножика выбрал вот тут. И с той стороны. Так, судя по следу на шестерне, на зубцах, крутится вот так. Рук у меня всего две, поэтому включать будем вот так. Довольствуйтесь таким видом. Против часовой отсюда крутится, видно. Ток нормальный, 3 ампера. В общем, все хорошо. Схему сняли верно. Можно и эту также мотать. Тот иркутский готов. А это... этот с Подмосковья откуда-то смотрит. Вроде все. Ну и сейчас буду мотать этот. Буду снимать. Ну вот снял этот иркутский. Отсюда сейчас, который проверяли. Его все равно снимать. След ровненький. Все хорошо. Прекрасная маркиза.